По прогнозам синоптиков, в субботу в некоторых районах ожидается дождь. В выходные будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха плюс 21, плюс 26 градусов. Температура ночью 9-14. В воскресенье 27 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 8-13. Днем также тепло 21-26. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой в Оренбурге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не разводить костры и не жечь листву. Не разбрасывать непотушенные окурки и спички и, что немаловажно, обязательно соблюдать все правила пожарной безопасности в лесу, парке и на садовом участке.